Салют, народ, с вами я, Смейл, и добро пожаловать в битвы по типам покемонов вместе с Хелдом. Хелд, салют. Всем привет, всем привет, ребята. Ребята, вы просто в шоке, кого вы сейчас видите? Это же я прямо сейчас сижу тут на веб-камере. Ты передо мной стоишь? Ты тоже передо мной стоишь, ты меня, наверное, не видишь, мое лицо не видишь. А что, кто-то видит? Многое теряешь, видят ребята, которые уже поставили лайк, да. Да ты что, ребята, обязательно нужно поставить лайк. Вот я тоже хочу поставить, но еще не могу, видео-то еще не вышло, только записываем. Окей, бро, еще увидишь меня, когда это видео выйдет. И, ребята, у нас сегодня есть, как всегда, волшебный сундук, где будут лежать конфеты, а конфеты, количество, точнее, конфет зависит от ваших лайков. Лайкосов. Прямо сейчас поставьте лайки. Лайк, и в конце мы посмотрим, сколько вы там лайков понаставили, окей? Какой у тебя стартовый покемон, Хелд? А у меня Маткипчик. Окей, вот у меня Чармандер, и типы у нас сегодня, вы офигеете, но это ядовитые покемоны. Яд, офигеть, Хелд. Ну чё, ты готов? Да, я готов, у нас 150 лаки-блоков. Окей. Так, мастер-баллов, let's go. Let's go, давай, прямо сейчас с первого лаки-блока мне обязательно выпадет, я думаю, ядовитый покемон. Я в это верю, давай, и давай. Это Саблай, блин, Саблай, какой тип ты, бро? Какой тип Саблай, скажи мне, пожалуйста. Подожди, Политон? Ну это точно ядовитая лягушка, ну реально ядовитая лягушка. Слушай, а что-то мне кажется, то, что это обычная лягушка, а не ядовитая. Так, Саблай темный. Окей, Орбитал, нифига себе, что это за покемон такой? Ладно, давайте поймаем. Я буду всех ловить, смотреть на типы, может быть там будут второстепенные типы ядовитые, а у тебя Генгар. О, Генгарчик! Ладно. Блин, как ты его увидел спиной? Ладно. А я это, в бою с ним. Окей, в этом дело. Ладно, я так и понял, наверное. Так, Орбитал. Блин, ну это жук. Ёлки-палки, вот это настоящий жук. Прокачка пошла. Ладно, давайте. Так, оп. Дарумака, ребята, это ядовитый покемон. Скажите мне, пожалуйста, выглядит как настоящий яд. Вот такой вот прыгает, Текс. Блин, Текс. Токсик. Офигеть. Квилава? Гафарита. Блин, прикольный сурок такой. Гафарита, скажи мне, пожалуйста, кто ты есть? Кто ты есть? Гафарита. Давай я тебя сейчас поймаю. Блин, офигеть. Не, на версии 1.12.2 столько рандомных всяких непонятных покемонов, которые не спавнились нам раньше. И поэтому очень интересно, какие вообще у нас типы сегодня. Так, психический Голдак. Тип. Так, давай, Дарумака, пожалуйста, будь... Огненный покемон. Какие-то все они тут вообще необычные, вот реально. Тут фиг поймешь, что за покемон это такой. Так, опа, ладно. Согласен, полностью согласен. Ёлы... Чармандера моего убили, бро. У тебя покемон 5-го левела твой? А, нет, 12-го. Нифига себе, ты так качаешь. Ну окей, я тоже буду качать. Да. Так, торчик, да. Огненный. Эх, а коровка, ты чё такая? Ты чё такая грустная здесь? Пупитар, так, ладно. Пупитар, смотрим. Метагросс, стоп. Метагросс вряд ли ядовитого типа. Нет, он, по идее, железный покемон. Давайте сейчас посмотрим. Метагросса поймаем и посмотрим, какой у него там тип. Блин, а вдруг там будет второстепенный тип? Это ядовитый. Poison. Так. Пупитар, блин, ё-моё, 54 уровня, а? Хочется словить, конечно, но мне кажется, он не такого он типа. Не, он ядовитый. Это тиранитарчик. Да, это тиранитар, Пупитар, да, реально? Да. Следующая эволюция — это тиранитар. Килдео. Вот он как выглядит, обалдеть. Килдео, жаль, что ты не ядовитый, бро. Но я думаю то, что... Еще увидимся. Так, Сэндигаст. Юлы-палый. Метагросс. Метагросс психический и железный. Я его только что вот ловил. Все ты знаешь, блин. Арктозольд. Какой-то прикольный. 20 левел. Это что за осьминог? Так, секундочку. Давайте я прямо сейчас его поймаю. Блин, Хелт, ты сможешь ПК поставить? ПК, да, конечно, смогу. Команды ПК, к сожалению, у нас здесь нет на 1.12.2, но я думаю то, что... Это да, хлоп. Не, ну это вряд ли ядовитый. Блин, вряд ли ядовитый покемон. Спасибо, бро. Давайте посмотрим, что это за тип. Боевой? Грэплокт боевой покемон? Вы что, издеваетесь? Кстати, я тоже одного своего уберу. Да, все-таки тот лягушоныч, он не ядовитого типа. Блин, я пока вообще никого из ядовитых покемонов не поймал. Может, я кого-то пропустил, ребят? Скажите. Да, Дабвул, хватит на меня нападать постоянно. Ага. Так, подожди-ка. О, Грининдзя. Слушай, твой любимый покемон выпал. Грининдзя, это кайф, лови его. Даже пофиг, если не ядовитый. О, мне кажется то, что... Ой, это что?
Что же рунный Ригус? Это что? Ты кто такой? Надеюсь, ты ядовитый, что, где, бро. Где? Так, где? Я поймал. Вот Глум, мне кажется, ядовитый. Так, давай, ловлю. Сейчас покажу покемона. Сейчас покажу, бро. Да, ёлки-палки. Постоянно на меня всякие пески Саблай? Нападают. Не Саблай, бро. Сейчас я тебе покажу покемонов своих. Так, давайте чекну. О, это Poison. Это ядовитый у меня один покемон. Какой покажи? А ты? Блин, ну он не ядовитый, но я сейчас покажу эту очень-очень необычный покемон. Чекай, бро. Давай. О, что это? Еще, он еще как-то умеет разбираться. Сейчас, секунду. Обалдеть. Эх, на меня напали, и он пропал. Ну-ка, давай. Это что-то вообще очень интересное. Впервые такое вижу. Согласен, во, видишь? Ты. Офигеть. Обалдеть. Понял, знаешь, на кого он похож? На склеп с руками-ногами, понял такой? Ну да, это, скорее всего, саркофаг он и есть. Какой-то. Да. Офигеть. Ладно. Да, постоянно на меня этот песок нападает. Ёлы-палы. Блин, нужно будет прописать сейчас таймсет 7000 и геймруль do daylight cycle false. Вот так вот. Отлично. Все. У тебя сколько там лаки-блок? О, недокинг. Это ядовитый покемон. Это ядовитый. 100%. Так. Давайте я прямо сейчас руну эту положу вот сюда. Вот, да. Это, в принципе, руна. Даже не саркофаг, а руна. И, да, недокинг ядовитый покемон. И у меня уже есть два ядовитых покемона, бро. Как тебе такое? Так, а у меня, получается, я ловлю Моргрэма. Хочу посмотреть, какого он типа... Блин, он волшебный, дурацкий волшебный. Ладно, так, секундочку, еще кажется, тут мне выпадал какой-то покемон, какой-то очень похожий на ядовитого. Но... Я потому что таблицу листаю, смотрю, и вроде как, да, вроде как он должен быть. Ядовитый он? Да. Так это что? А, Винонат, ё-моё, так Виномот он. Блин, а Дианси. Я ловлю. Дианси, не, ну вряд ли она ядовитая. Окей, ну ладно, я на всякий случай поймаю, буду надеяться, то, что там они наполовину хоть ядовитые. О, Тайрак, блин, покемон Хелт, кстати. Вот с ракезом, как чего? Он в реальной жизни. Что, реально, причесочка прям один в один. У меня нет ракеза в реальной жизни, что это? И кабанчик мне здесь выпал, бро, кабанчик, офигеть. Кабанчик, о, Латиус. Легенда. Сюда его. Кюренчик. Латиус, к сожалению, вряд ли ядовитый, а Нойбат... Блин, Нойбат, ядовитый он или нет? Давайте чекнем. Так, и Дианси очень сильно. Блин, Дианси волшебная. Латиус. Драконий психический. Ладно, давайте я вот этих вот чувачков вот так вот сложу, которые мне, в принципе, не нужны. И где у меня здесь Нойбат? Нойбат, бро. Летающий драконий. Ёлы-палы. Виктрибл, Виктрибл, он это, да, Виктрибл есть такое. А у тебя сколько покемонов ядовитых уже было? Вот, подожди, а у меня, наверное, уже 5 где-то. У тебя 5 ядовитых покемонов? Да, еще один. Офигеть. Ладно, я все понял, походу я проиграл сегодня. У Хелда там все ядовитые покемоны. Вот, Ксуркитри самый ядовитый покемон, если что, Хелд. Ксуркитри? Да, конечно, Ксуркитри. Ты меня обмануть хочешь? Не надо меня обманывать. Легенда, прикиньте, она... Ты легендарную ядовитую пчелу поймал? Блин, почему пчелу? Нет, это просто какой-то... Аврорус, блин, ну это по-любому какой-то дракон и вода какая-то, по-любому, блин. Ладно, фунгусы. Фунгусы, прикольно здесь, конечно. Ну грибы ведь они ядовитые. Давай, ловись, гриб. Так, Аврорус... Окей, это не те типы, которые понимаю. Нам нужны, и Zero Aura постоянно здесь бегает и мозолит глаза, тебя что поймать, бро? Ну-ка поймай-ка ты его жестко. О, фунгус, гриб реально ядовитым оказался, бро, представляешь? Ну-ка, мисс Притик. Опа. Кто, гриб? Да, фунгус, амогусы вот эти вот бегают, грибы с покеболами на голове. Понял, ну да, есть такое. Вот я прям смотрю на него в таблице. Отлично. Кто такой Ванилайт? Ой. Хотел поставить лаки-блок, кинул мастербол. Ой-ой-ой-ой-ой. Бульбазавр. Блин. Ну, ладно, Бульбазавр, ты левлом слишком мал, к сожалению. Хорти. О, Крокодайл. Не, Крокодайл, по идее, покемон. Какого-то темного типа, а это вообще Даскул призрак. Ладно, по Чирису. Блин, да давайте. Вот. Бро, вот ты должен что, быть что, ядовитым, что? Но ты какой-то темный. Так. Бро, ты тоже бро Хелл, да, и покемон, бро. Да, я, получается, тоже покемончик. Капец, как тут много интересных покемонов на этой версии. Это просто ужас. Согласен. Это ужасно. О, я Крамаран. Я не могу, я не разбираюсь. Покемоноед выпал. Так, бро.
Да ёлы-палы, вот мне еще нужно два покемона вот хороших, хороших ядовитых. Было а бы у тебя вообще прям два классно. Осталось, да? Да, да. Эх. А у меня получается так, первый стак лаки-блоков закончился. О, у тебя осталось сколько лаки-блоков? 22 лаки-блока у меня осталось. 22? Нет, 32. У меня 32 осталось. Риоу. Так, да ничего страшного, мы в принципе одинаково ломаем. Так, ага. Опа, Зарудик. Блин, а Зарудик какой? Да, блин, маленький. О, Калирекс. Блин, а Калирекс какой? Он магический? Так, стоп. Блин, надеюсь, то, что он ядовитый. Очень сильно надеюсь, то, что он ядовитый. Потому что знаешь, какого он левла? Ну-ка, ну-ка. 80. Блин, нет, он... А, психический травяной покемон мне выпал. Офигеть, 80-го левла. А у меня тут Зарудик. Зарудик выпал. Так, бро, ты сейчас офигеешь, что мы резко меняем типы покемонов на психических. Чё? Нет, такого не может быть. Это так не работает. У меня всего один покемон последний остался, которого словить. Блин, бро, ты травяной и надеюсь то, что ядовитый. О, стак атака. Пассимиан. Блин, нагонодел нужен. Нужно, чтобы нам выпал нагонодел. Пеннипадик. Да ладно, я тогда открываю эти лаки-блоки и просто буду бегать, смотреть, что тут такое у нас. Ага, очень много покемонов, кстати, вокруг, это просто офигенно выглядит так. Ага, поплю восьмого уровня. Блин, ну просто травяной покемон, бро. Ну просто травяной покемон. О, так, это, кстати, куча грязи, это травяной. Шинатик, блин, Арциус без типа, вот бы в него ядовитую пластину вставить. А, ладно. Поригон. Эх, да, было бы все так просто, конечно. Ага. О, Янма. Ну ладно, 16 левел даже мне не нужен, на самом так, деле. Так, я возьму вот этого покемона. А он вот ядовитый, этого. Как вы думаете? Насекомое ядовитое, 100%. Это стрекоза, блин. Так, ладно, давайте просто ради интереса поймаем. Мне интересно, или летающий насекомый. Ну ладно, без разницы. Так, шапет. А я просто всех вообще ловлю, без исключения. Мне просто реально интересно, кто из них ядовитого типа. Так, опа, окей. Вот и давай обезьяны. Ну, я тоже многих ловлю, но в целом, ёлы-палы, пиджиотов, 8 лаки-блоков осталось, а у меня еще 2 слота. У меня еще 2 слота, сегодня я, походу, проиграю. Ладно, так, бро, ты обычного так, типа. Ты? Летающий и насекомый, да. Как в целом и говорил я. Регенролла. Да. У меня, бро, у меня просто нет... веры в то, что сейчас выпадет ядовитый покемон. Я уже все собрал себе фуловую команду, кстати. Блин, вот Миншао, вряд ли ядовитый, Клавицер, вряд ли ядовитый. Хотя Клавицер как будто может быть знаешь, у него что? Второй тип ядовитый. Пойду-ка я посмотрю, сколько конфет в нашем сундуке. С моего стука уже ребята наставили лайков. Окей, ребята, поставьте лайкосы. Давай. Давайте, ребят, у вас буквально 3 секунды, чтобы поставить лайк, потому что после того, как я открою этот сундук, все, туда больше конфеты не будут поступать. Блин, серьезно? Только мне не говори, только мне не говори, сколько. Хорошо. Так, ребята, 3, 2, 1. Ё-моё! Смейл. Что там? Там 1000 конфет. Стоп. Ребята поставили 1 000 000 лайков? Обалдеть, я просто не верю, вы сумасшедшие, ребята, кто блин, так делает? Так и знал, так может быть я кого-то из ядовитых взорвали пропустил здесь. Взорвали просто видосик. Может быть ты ядовитый, а может быть... Блин, ребята, если вы поставили 1 000 000 лайков, спасибо вам большое, я так и знал, то что благодаря вебочке, то что сегодня я с вебочкой снимаю видосик, будет очень много лайков, спасибо. Так, конечно. Так, что там у тебя, сколько у тебя покемонов-то вообще? Да все, у меня 1, 2, 3... Да. И все? Да, ну и Чермандер мой, которому я конфеты дам. Получается 4 против 6. Да. 4 но против 6. Но я бы, знаешь, честно говоря, у меня какие-то вообще дурацкие покемоны. Так в основном меня... это какие-то, ну, типа, у меня слизни, тоже. Бабочки. У меня тоже. Так, ну у нас есть конфеты, давайте посмотрим реально, сколько вы... О, кстати, неплохо. Хорошо, да, то 48. Все конфеты к себе забираю. Ладно, окей, давайте я покехил припишу. И, бро, конфеты можно давать любому покемону, если что. Да, о, тогда ладно, но все равно маткипчика я хочу своего прокачать хотя бы уровня до 20-го. Да, думаешь? Эволюция, ну а почему нет, собственно? Он же водный, Смейл, водный. Кого мне прокачать? О, ладно, я не буду качать Чермандера, бро.
Хотя было бы классно прокачать Чермандера и сделать его через Атом, это бы не усилило бы мою команду, кстати. Ладно, так и сделаем, ладно. Немножко не до Кингу дал. Опа, дыхание дракона вместо завесы дыма. Быстренько атаки еще новые учим. Ну, в принципе, мы привыкли это делать. Чермандер эволюционирует то. Как тебе такое? Чермандерчик эволюционирует, это, наверное, очень хорошо. А я качаю Гингарчика я качаю. Так. А какого он левела у тебя будет? А, наверное, 55-го. Офигеть, 55-й ген... Ладно, хорошо, живем. Надеемся, то, что у нас сегодня все получится. Так, окей. Ага. А уже 60-го даже он, понял? И сейчас как? У меня уже будет через арт... О, огнемет вместо поджога давайте. Так, ага. Геномотика тоже качнем, наверное. Ага. Надеюсь, то, что Опа. Я правильно прокачиваю покемонов. Окей, так, да, пыль, я тоже толчок. Надеюсь, то, что ты правильно прокачиваешь покемонов и даешь им атаки на ноль, там, какие-то бафы на себя ненужные. Нет, у меня атаки тут отличные, я выбираю на... Силу атаки на силу. О, let's go, это очень хорошо. Так, жуткое лицо мы не качаем. У нас и так жуткое лицо, как вы видите. Так, так, окей, давайте дальше. И вихрь пламени. О. А у меня виномотик, ё-моё, посмотри, какой красавчик. Полетели! Давай, бро, я верю в то, что он красавчик, и у меня знаешь, какого левела через арт? Он, кстати, вообще не красавчик, он какой-то странный. У меня через арт 51 уровня, бойся, бро. А у меня Гингар 60 уровня, бойся! Неплохо, бро. Давайте я сейчас пропишу команду Покехил, сделаем вот как-то так, и я думаю то, что с тобой сейчас хелп мы... Фелд, хотел сказать, прикол. О, это мой новый ник, Фелд. Отлично, это супер, бро. Поздравляю с новым ником, держи покеболы. Фелд имейл. Давай, бро, держи, вот такой у меня покемон. А, стоп, это не мой, вот этого покемона я хотел выпустить. Окей, какого? Вот выпустил. Глума 40-го? Да, 40-й левел Глум у меня вот такой. Виктори Белл, блин. А выглядит он по... А, блин, травяную сонную пыль на тебя использовал. Жесть. Так у меня такая же штука, я тоже на тебя сонную пыль использовал. А, нифига себе, ну ты крутой. Ты крутой. Она на тебя не сработала? Чё, почему так? Ты крутой, брат, ты крутой. Черезардик, А, нифига себе. Но тут только не усыпи моего черезарда, брат. Не усыпи моего черезарда. А я очень хочу. Ага, ну, вот так вот тебе. Эх ты. Так, ладно, вина... Мота, попробуем. О, давайте я драконья атака тебя ударю. Блин, она по так, тебе должна, я не знаю, хорошо стукнуть, нет? Но у тебя он типа летающего и... Блин, психическую атаку на меня используешь? О, эти твои нормалек. Психические атаки, бро. Так, ну ладно, держи огнемет. Кровосос! Ой-ой, как через так-то, ладно? Сейчас всех ваншотнет, блин. О, Гингар, ладно, мы возьмем офигеть. Ловец снов, let's go. Так, Гингар. Соточка, давай. Давай я попробую рассечением по тебе. Неплохо. Пара-па-па-па-пам. Так. А я что? Не получилось, как у сюда фига? Его, фиг ты меня в ловцы снов своих запишешь, понял? Теневой шар, ладно. Ага. Ой. Ага. Вот так и получается, ребята. Через артик отлетает. Гингар 60 уровня. Чё так, мне с тобой так, делать, так. Бро? А я даже не знаю, я вообще в шоке, то, что это такая штука интересная. Ой. А что происходит? Так, ну, Гингар супер. Покемон недокинг, классный, 37. Мне очень нравится. Ну, у тебя Гингар. Реально какой-то недокинг, недокороль. Это недокинг, бро. Так, ладно. Блин. Ну-ка. А что происходит? Ты меня сейчас всех будешь ваншотить. Теневой шар, это вообще имба атака. А как я вообще так угадал с этой атакой? Я просто не понимаю. Как я угадал с покемоном? Так. Дин, он такой... Я не знаю, зачем я токсичный яд использую на тебя? Бро, все, у меня покемоны закончились, и я сам закончился. Что, серьезно? Да, бро, вот такая вот сегодня битва была, блин. Хелп Но сегодня меня в ноль удел. Это вообще неплохо было, прикольно. Кто ждал то, что Гингар такой крутой покемончик и просто ваншотать будет? Он очень крутой покемон. Ребята, поздравляем Хелда с победой. Спасибо Ура! Большое вам, то, что понаставили лайкосов. И конфеты, блин, в сундуке появились, которые дали мне хоть шанс, хоть малейший шанс на победу. Спасибо вам большое. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Подписывайтесь на канал Хелда. Подписывайтесь. Если вы не подписаны, да. А с вами был я, Смейл, с вебочкой сегодня, да. И Хелд, да, без всем удачи. Вебочки сегодня. Да, всем удачи, всем пока-пока. Пока-пока, ребята.